юбилей. В связи с этим знаменательным событием тамбовчане получают множество подарков. И совсем скоро тамбовчан ждет открытие нового динамического светомузыкального фонтана и лазерное шоу. Давайте подарим аплодисменты тем, кто участвовал в строительстве фонтана. Оборудование для фонтана предоставлено ООО «Водолюкс», город Москва. Генеральный директор Константин Петрович Архипов. Слово предоставляется главе администрации Тамбовской области Олегу Ивановичу Бетину. Дорогие тамбовчане, мы поздравляем вас всех с праздником, с юбилеем нашего любимого города. Я хочу вручить вот этот паспорт от этого фонтана, который делал по проекту лучших исполнителей и проектировщиков Европы, руководству города Тамбова. С праздником, Тамбов! Фонтан включить! Господь тебя хранит.
всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, 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 под белым небом января мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Прощай, среди снегов, среди зимы никто нам лето не вернет. Прощай, 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 вернуть назад не сможем мы в июльских звездах небосвод. Прощай.